Подарок на смерть получил Иосиф Давыдович в 2003 году, после чего стал мишенью для потусторонних сил, утверждает эксперт. Иосиф Давыдович Кобзон умер в 2018 году раньше, чем ему было определено программой жизни. Причиной стал неудачный памятник на родине артиста, который с 2003 года активно отнимал жизненные силы и энергию артиста. Такой вывод сделал медиум после исследования карты жизни Кобзона, который стал легендой современности, но еще многое не успел сделать из-за болезни. Пока вся страна радовалась открытию памятника в Донецке, на Украине, Иосифу Давыдовичу грозила опасность. Над Кобзоном навис меч судьбы, который более 5 раз стал в его жизни угрозой. Чернобыль, зоны военных конфликтов и даже теракты не смогли стать точкой для его энергетически сильной души. Единственным мертвым металлом, бронзой, удалось поставить таймер его жизни, утверждает медиум. По словам эксперта, Кобзона буквально похоронили под бронзой. Более того, Иосиф Давыдович был лишен энергии жизни и умер раньше из-за неудачного памятника в Донецке. Не стоит винить автора работы, а также тех, кто лоббировал интересы людей региона, но важно понимать, что ситуация вышла из-под контроля. Памятник из бронзы для Иосифа Кобзона отрезал его связь с предками, которые его защищали и берегли от всех неудач и промахов. Ему подпитку энергетическую обрезали этой бронзовой глыбой, утверждает медиум. По мнению эксперта, именно несхожесть Кобзона с памятником стала причиной того, что Иосиф Давыдович смог прожить еще 15 лет. Если бы бронзовая фигура была идентична артисту, то его жизнь бы сократилась и стала еще меньшей.